Меня зовут Капустина Оксана. Я являюсь руководителем акваклуба «Теннис.ру». Вода такая структура, что она может и укрепить мышечный корсет, но также и расслабить полностью организм. На человека благотворное влияние оказывает посещение бассейна. В первую очередь улучшение осанки, улучшение координации движений, укрепляются все группы мышц, снижение веса очень эффективное, увеличивается жизненный объем легких. Человек, когда приходит в бассейн и занимается с тренером, тренер видит все ошибки на данный момент, которые делает ученик. Если человек неправильно плавает, он может себе позволить буквально 15-20 минут в этом положении плавать. Потому что плавание – это взаимодействие рук, ног и дыхания. Если человек неправильно плавает долгое количество времени, и при этом неправильно дышит, то он может себе навредить, конечно. К нам в бассейн можно приходить с 6 месяцев. У нас есть грудничковое плавание, и занятие называется «Мама плюс малыш», где тренер занимается с мамой и ребенком непосредственно. У нас существует две системы очистки. Это фильтры глубокой очистки и очистка ионами серебра. Большой бассейн и маленький бассейн таким образом очищается. Также в качестве дезинфекции мы используем гипохлорид. Бассейн у нас 25 метров, три дорожки. Одна широкая дорожка для того, чтобы проводились групповые занятия. Это акваэробика и детские групповые занятия. И две узкие дорожки для плавания свободного. Также у нас есть летняя терраса, которая пользуется большим спросом в летний период. Очень много людей загорают, отдыхают на ней. Мы ждем вас в нашем акваклубе «Теннис.ру».